Друзья, ищите в течение недели в наших роликах пасхалку. Первый, кто ее найдет, попадет в наш еженедельный выпуск. Успехов! Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Дим, на каком канале наши друзья? Baby Go! Сегодня у нас праздничный выпуск. Сегодня у Дини день рождения, ему исполнилось 3 года! У-ху! Ура! И вторую будешь ты? Будешь? Давай. Крути вот тут вот вниз. Я держу, ты крути. С днем рождения, Динь! Сейчас бабахнет. Бам! Друзья, вы всю неделю присылали нам подарки. Мы сейчас расскажем, во-первых, что мы сделали репост в ВК всех ваших поздравлений. Мы видели все арты, все клипы. Большое вам спасибо. Друзья, и мы, конечно, хотим выделить 4 человек, чьи поздравления мы репостнули в нашу группу в ВК. Это была Настя Лисенок, Маша Гимнастика, Эндер ЛПС и мисс Алина. Привет вам, подружки! И большое спасибо за поздравления. Ну а сейчас мы что переходим? К основной части. Сначала мы расскажем, кто победил на этой неделе, угадав вот этого блогера. Кто этот блогер, Динь? Это Николь Crazy Family. И победила Даша Китна ЛПС. Вот она где-то вот здесь. Ну а на этой неделе у нас очередной новый блогер. Да, вот он, вот здесь. И на этой неделе у нас очередной новый блогер. Вот он изображен. Как всегда, не забываем про правила. Необходимо быть подписанным на канал. Естественно, поставить пальчик вверх к этому ролику. Привести как минимум 2 друзей. Ну и написать в комментариях, что за загадный блогер. Друзья, ну а прежде чем перейти к основной части, к комментариям, победившим на этой неделе, мы хотим сказать, что мы снова меняем правила. Теперь мы будем выбирать по 2 лучших комментария к каждому ролику в течение недели. Так что дерзайте, всем желаем удачи. Ну а сейчас мы переходим к лучшим комментариям, комментариям, которые не набрали ни одного пальца вверх. Ну что, поехали? Поехали! Итак, первый сегодняшний комментарий прислал Шаверма. Обожаю Лего. Мои самые любимые серии — это Гарри Поттер и Марвел. Сколько он лайков собрал? 11. Привет, Шаверма! Привет! Следующий комментарий прислала Ксюша Смайл. Ксюша пишет, что она не понимает, почему у нас так мало подписчиков. Желает нам 1 и много-много нулей, то есть 100 квадриллионов подписчиков. И просит, чтобы мы передали ей привет. Давай передадим привет Ксюше Смайл. Это наш постоянный подписчик, кстати, друзья. Привет, Ксюша Смайл! Привет! И следующий комментарий. Two Little Sisters! Класс! Продолжайте в том же духе, Динечка. Сколько лайков набрали Two Little Sisters? 10 лайков. Спасибо вам большое. Естественно, мы вам передаем привет. Привет, Two Little Sisters! Привет! Ну что, посмотрим дальше кто? И следующий комментарий прислала Chestnut Cat. Это тоже наша постоянная подписчица. Сколько она пальчиков вверх собрала? 10 пальчиков вверх. Очень классное видео и тест прикольный. Это она про тест Рошиха. Ну, мы тоже так считаем и сейчас частенько его проходим. Передадим привет нашей постоянной подписчице Chestnut Cat. Привет! Привет, Chestnut Cat! Друзья, ну вот на этой неделе как-то было слабенько. С лучшими комментариями, которые набрали больше 10 лайков, или 10 хотя бы, или не набрали ни одного лайка. Поэтому, как мы сказали, мы поменяли правила. На следующей неделе попадут в наш еженедельный выпуск те комментарии, которые были самыми популярными в течение недели. Под каждым роликом мы выберем по 2 таких вот комментария. Не забывайте, что продолжается конкурс «Угадай блогера». В этот раз вот он, блогер, изображен на картинке. Не забывайте приводить друзей. И, естественно, друзья ваши должны написать в комментариях, от кого они пришли. Ну а победителей мы выберем случайным образом из тех, кто пригласил друзей и, конечно же, угадал загадного блогера. Ну а мы с вами надолго прощаемся. Ставьте пальчики вверх. Денюш, как пальчики вверх? Вот так. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших самых свежих новостей. И оставляйте самые классные комментарии, которые будут выходить в топ самых популярных в течение недели. И вы попадете в ролик, мы вам передадим привет. До новых встреч, друзья! Пока!